Здравствуйте, меня зовут Элина. Сегодня мы приехали в Москву погулять в Царицынский парк. Приглашаю вас с собой на эту прогулку. Сразу от центрального входа открывается вот такая красивая картинка. Прямо по курсу какой-то красивый фонтан. Сейчас мы туда подойдем. Впереди пруд и мостик через него. Народу сегодня ужас как много. Дело в том, что День России 12 июня. Такой красивый пруд и много-много уток. Но они все сгрудились посередине пруда. Мы для них захватили угощение, но что-то они не спешат его получить. Ну что, пойдемте по мостику на ту сторону. Пруд обмелел. Посмотрите, выступили песчаные островки. Именно на них топчутся утки. Вижу катамараны, значит, где-то есть прокат. Это световой фонтан. Вечерами он светится. И еще что мне нравится, здесь звучит очень красивая классическая музыка. Дворцовая. Оказывается, этот фонтан находится на острове. Ну да. Потому что я вижу вон туда второй мостик. Будем переправляться на другую сторону. Вид со второго моста. Второй раз уже встречаю подобные точки общепита здесь. Так что можно перекусить. Сквозь зеленую листву просвечивают стены дворца. Пойдем по этой тенистой тропинке. Сюда вроде бы народу поменьше. Вижу большую и широкую аллею. Похоже, она идет к этому дворцу. А вот еще один пруд. И тоже катамараны. Посмотрите, какой красивый островок с группой деревьев. Очень живописно. Вокруг пруда высажены очень красивые деревца. Ну да. Thank you.
Это строение – большой дворец. А вот это называется хлебный дом. А это макет дворцового ансамбля. А это остатки фундамента дома, который предназначался для свиты императрицы. Он был разобран самим архитектором по просьбе императрицы. Вот поближе подошли к хлебному дому, и он соединяется вот такой галереей с большим дворцом. А это здание – второй кавалерский корпус. А это первый кавалерский корпус. А вот посмотрите, какие переодетые люди в старую военную форму, наверное, 1812 года, с орудиями. Смотрите, какие здесь фонари. Здесь так много мостов. Вот еще один очередной. Это с другой стороны хлебный дом и большой дворец. Сейчас подойдем к центральному входу. И через этот центральный вход войдем во двор. Памятник двум архитекторам этого ансамбля – Баженову и Казакову. Ушли мы с центральных аллей вот на эту небольшую, тенистую. Надеюсь, здесь народу будет поменьше. А может, белочек встретим? Посмотрите, какие высоченные деревья! А вот посмотрите, какое интересное укрепленное местечко. Что это такое? А белочку мы все-таки увидели. Вот она сидит на кормушке. Морковкой ее угостили. Когда закричала, она убежала.
Саша, что ты дал? Орешек, да? Орешки, да. Грецкий? Да, грецкий орешек кушает. Ой, какая умничка. Подожди, не спугни. Что я? Тихо, подожди, сейчас. Скушай, потом возьми, что ли? Офигеть. Твоя сородич умнее. Иди скорее. На-на-на. Бери скорее. Иди скорее. Не все? Вы двигайтесь с ним. Просто вообще не двигайся. Какой живописный уголок. Сейчас слева будет такой очаровательный мостик. Вот он. Раньше на этом постаменте стояла скульптура, но она разрушилась, наверное, сейчас на реставрации. Это мостик на ореховой плотине. Ну и мой, знаешь, он здесь вот жил когда. Ты хотел прошу, я уже заходил в коридор. Уже пару раз проскочила. Ой, мамочка, дерутся ведь. Ну,
Как крейсера. Что никто не хочет. Какой интересный спуск к пруду. Прямо лесенка. Сейчас поднимусь наверх этой руинированной башни. Она, кстати, так и задумана была, как руина, а не со временем разрушилась. Наверху башни смотровая площадка, я сейчас снимаю с нее. А на перилах, что интересно, вот такие замочки. Это, наверное, влюбленные на долгую-долгую жизнь. А это павильон Миловида. Ой, мы еще и ежика тут увидели. Куда побежал толстый? Ежик, сухофруктик будешь? А финик? Финик и сухофруктик, давай. Давай кушай, если ты не больной. Не хочет. Сытый. Какие глазки умные. Глазки умные, мордочка остренькая. Мы уже на обратном пути. Зашли с другого торца дворца, который большой. Я заглянула в окно этого павильона. Посмотрите внутри, какая шикарная люстра. И скульптуры. А там, оказывается, выставка. Дворец в дворце, скульптура Останкина в оперном доме Царицына. Вот центральный фасад оперного дома.
Еще один кавалерский корпус, только это полукруглый. Солнце уже садится, а народу меньше нисколько не становится. Какое огромное количество лодок и катамаранов. Друзья, мы поехали домой. Нагулялись, правда, не обошли все. В оранжереях не были. Но это нереально за один световой день все посетить. Всем пока. Спасибо, кто гулял со мной.